Всем привет! В этом видеоролике я расскажу, как убрать экранный пароль и блокировку FRP со смартфона Oppo A5 2020 года. Итак, для начала нам надо разобрать смартфон, извлекаем сим-лоток, прогреваем заднюю крышку, поддеваем ее и с помощью пластиковой полоски проводим по периметру. Крышка довольно гибкая, не треснет. Главное не перегреть. Будьте аккуратны со шлейфом сканера отпечатка пальцев. Выкручиваем все винтики. Они все одного размера, так что можно не сортировать. Пластиковой лопаткой поддеваем ободок, отключаем все шлейфы, выкручиваем один единственный фиксирующий винт, который держит материнскую плату, снимаем защитные пленки, извлекаем материнскую плату и отключаем все камеры. Итак, вам нужно снять медную фольгу. А также извлечь две терморезинки. Теперь нужно удалить часть защитного экрана, чтобы было проще подпаять контакты ISP. Не торопитесь, так как есть риск повредить слой текстолита или снести какой-нибудь SMD компонент. Сам процесс припаивания контактов я снимать не буду, потому что этот маневр обойдется нам в 10 минут ролика. Обязательно подпаяйте землю, это контакт ГНД, питание VCC и VCQ телефон получает через USB кабель. Запускаем Z3X eMMC Manager. Выставляем интерфейс ISP High Power. Вольтаж 1,8 вольт, 36 МГц, и подключаемся, нажимаем Connect to EZTAG. Телефон определился, переходим на вкладку Tools, выбираем Oppo Password Reset, нажимаем Да, и следом выбираем FRP блокировку, нажимаем Reset Google FRP. Некоторое время ждем. Для меня было новостью, когда после первой загрузки на телефоне остались фотки. Фотки и папка Downloads остались нетронутыми. В следующем ролике я расскажу, почему так происходит. Итак, проходим первоначальную настройку, выбираем страну, язык. Ну все как раньше, вы это делали 100 раз. Немного ждем. Итак, телефон разблокирован. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов. Пока.